В синем углу боец из Бразилии Самуэль Пахе. The next fighter from Brasilia, Samuel Pahe! Его соперник, боец из Таджикистана, Муминов Файзулло. Детство, детство, ты куда бежишь? Детство.
Ну что ж, громче-громче аплодируем, друзья. Бразилия, Таджикистан. Справа от меня боец в синем углу весовой категории 66 килограмм. Ему 29 лет, рост 75 сантиметров. Профессиональный рекорд 3 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Бойцовский клуб Team Labs, Бразилия. Самуэль Пахе! И в красном углу боец весовой категории 66 килограмм, рост 72 сантиметра. Профессиональный рекорд 4 победы, 2 поражения и 0 ничьи. Бойцовский клуб Спарт Файт, тренер Нажмеддин Ходжаев, Таджикистан. Мумина Файзула! Бойцы на середину. Бойцы, внимательно слушаем команды. Бой, стоп, команда замерли. Затылок, позвоночный столб, пах, не работаем. Локтями в голову не работаем. Коленом в голову только в стойке, в партере по туловищу. Пожали руки. Удачного боя по углам. Таджикистан есть? Ребят, соблюдаем порядок. А в этом бою, в первом раунде, за 1 минуту 31 секунду удушающим приемом победу одержал Муминов Файзула! На награждение приглашается президент Федерации WF Санкт-Петербург. Под ваши аплодисменты Тургумбаев Самат. Основатель клуба Тайман Бас. Тренер клуба Тайман Бас. Бойцы на середину.